Только я что-то... Ох, моя любимая задержка. Мамочка. Ну, в смысле, вы поняли, о чем я, друзья мои. Это Ган-Ган-Ган-Ган-Ган-Бистс. И тут, по-моему... Что вы делаете, мать твою? Можно сказать, что у него рожки, это... Слушай, что у него на голове-то? Тихо. Ты какой? Я зеленый в плаще, походу. Нет. Ты жуля? Я зеленый чувак с японским ником, этот Пен Пен Эппл Эппл Пен. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо! Нет, ублюдыш! Блять, там вода? Я думал, там песок. Там, по-моему, вообще облака. Отпусти меня, розовая лисичка. По-моему, это какая-то лютая наркомания. Я дерну тебя за ту косичку. Ты забыл сказать, что это Ген Бис, да. Версия. Нет, я сказал. Люди уже поняли, наверное. Только они не поняли, кто за кого вообще играет. Вообще-то это уже не мы, мы уже умерли. У меня, кстати, такая же прическа, вот как у того чувака по утрам примерно. Такой же хайрочек. Потом фиг тебе заставишь почесаться. Он яйцами ударился? Что это за звук был? Я тоже люблю тебя. Как там пела Уитни Хьюстон, да? Или там «Мы вместе любим тебя навсегда», что такое, да? I will always love you. Да. Да бросай ты его уже, твою мать. Все, это тебе не Пен Пен Эппл. Ох, какой он близкий. Какой он близкий? Да. Давай. Смотри. Трахин. Что происходит? Представляешь, если бы это комментировали, как будто это футбольный матч. Итак, розовая лиса прямо убегает сейчас от непонятного голубого мужчины. Что он делает? О боже, вы только посмотрите. О, захват свой подвыпер, там переворот ногой и пук. И все, лиса прощается с жизнью. Давай ножки, мочи ноги. Ножки намочены. По-моему, это скорее ты уже комментировал не футбольный матч, а какой-то этих. О, смотри, Пен Пен Эппл Эппл Пен. Похоже? Ничего не понимаю, это Дерула. Кто? Ну, Джейсон Дерула, я помню, как ты его напевал. Совсем не похоже. Ну, там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дерула. Какой ту-ту-ту-ту? Ну, он же пел ту-ту-ту-ту, я Дерула. Нет, он такого не пел. А с кем? Я же не могу ни с кем путать. Он поет, я Джейсон Дерула. Ты Джейсон Дерула? Нет, я так, не Джейсон Дерула. Так, где наш next map? Я не знаю, загружается, видимо. Так вот, кто с нами, получается, играет? Как ты думаешь, кто есть кто? Кто розовая лиса? Я не знаю. О, загрузилась, чудесно. Disconnected. Печалечка. Прекрасно. Это действительно прекрасно. Даже уличка! Даже уличка, помоги! Помоги, блядь! Блин. Как ты могла победить? Объясни мне, пожалуйста, ничего не делай. Это какие-то женские чары. Я просто отошла. Отошла. Отошел. Дашулька шла и просто отошла. Тут и как-то странно кидает иногда, по-моему, сонов. О, нет, мой да. Самый нелюбимый сервер. Ой, сервер. Да. Я люблю арену. Арена — это всегда няшно. Да что ты делаешь? Правильно делаешь. Какого хера, имбецил, ты зеленого цвета? Какой там, мы там самый мадагаскарский сервер выбрали. Мадагаскарская сосиска. Интересно, есть Мадагаскар? Я знаю, тараканы у них прикольные. Всегда мечтал попробовать. Нет, что серьезно, ты сказал? Бля, нет. Давай, родной. О, давай, Дашулька, правильно. Правильно, ты правильно выбралась. Так я же правильно делала. Ты делала правильно, я сделаю еще лучше. Так, иди сюда. Ох, какая. Давай, иди сюда. Пинга. Куда? Пинга? Ты понимаешь, что я тут... Пен, пайнэппл, эппл, пинг. Тихо. Что за... Ты на попе проехала няшно. Тебе не больно? Давай, держи меня. Ну, давай, выбрасывай же ты его. Лео, не надо выбрасываться. Титаник, это не конец жизни, Лео. Ну почему ты это хочешь делать со мной? Объясни мне, мать твою. Ты станешь очень популярным актером, Лео, и ты получишь в 15-м году Оскар. Не умирай, Лео. Сдох ты уже наконец-то. А помнишь, была песня «Сдохни, мразь»? А, нет, это «Черный плащ», извиняюсь. «Черный плащ». Только свистни, и он появится. «Черный плащ». Так, девочкам он очень нравится. Что? Отпусти меня. Я не буду тебя пускать. Ребят, объясняю, в чем прикол всего мировоздания. Дело в том, что жесткая задержка. Да, очень сильная, потому что я только начинаю нажимать на кнопки, а он еще все еще идет. Канаты похожи на вкусные шнурки. Ты ел когда-нибудь в детстве шнурочки? Я видела веселые шнурочки, я помню это нажимание. А, не надо, отпусти. Отпусти меня. Нет. Не надо, Нина, нюхай подмышку. Дашулька, занюхай ее. Занюхай подмышку. Леша, что происходит? Ты что, хочешь? Что ты хочешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь со мною? Отпусти мое ухо.
Это что было за... Я не буду отпускать твое ухо. Мое ухо. Держись, давай. Что такое? Ой. Давай, 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 Дашуль, давай. Сдох уже, ну. Я не сдох, я не отпущу твое лицо, понимаешь? Нет, отпусти меня. Нет. А, бля. Ну как? Объясни мне, как это вообще получается? Что? Я не знаю, что это. Лиса всегда wins. Нет, ты посмотри на мою аватарку. Ты видишь это прекрасное, радостное лицо лягушки. Это грусть. Она забыла, видимо, поцеловать своего принца. Принц прошел мимо. Я в детстве даже как-то поверил разок, что если лягушку поцеловать, то типа... Там, девушку найдешь. Да. Не, но не девушку. Так, все, я не буду развивать эту тему. Это слишком зашкварно и по-школьному в то время. Мы все были школьниками, Олежа. Я понимаю, но у нас было очень наивное школьное детство. Нет, не надо бросать меня в мясорубку. Я хорошим был. Дашуль, пожалуйста. Ты у нас, знаешь, как зеленый эльф Гринч. Нет, 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 не надо. Пожалуйста, не надо. Представляешь, не... это поддержка Ютуба такая. Я не хочу быть начинающим летсплейщиком, пожалуйста. Я хочу снимать влоги, как Ивангай, как Инго. Снимайте, не надо, не надо, я не хочу делать летсплей, пожалуйста. Ну, отпустите меня. И снимай всякое говно. Нет, я не буду больше снимать про своего кота. Пожалуйста. Не надо. 250 роликов с котом уже всех достал. Нет. О, да. Блядь. Ну я же держался, ну я же хотел. Молодец, походу, я немножко прозрел. Боже, наконец-то мне везет. Да. Я предлагаю еще одну игру и подключиться уже к ребятам каким-то. Да, жалко, что к нам сейчас никто не подключает. Но там очень много этих серверов. И я не знаю, по каким критериям их отбирают. Как? О, нет! Весь кайф как раз в том, что есть дикая задержка. Я еще, понимаешь, я уже отпустила кнопку, а я все еще иду. Что ты там ого-го делаешь? Ого. Так, а ну интересно, если я вот... Ты что ломаешься-то? Тихо. Давай, 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 держи, держи ее. Так я держу, подними ее, подбрось. Подними ее с колен. Давай, 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 давай. Держи, держи, переворачивай. Так, сейчас, подожди. Такое впечатление, что два таджика какую-то лестницу спиздили. Или, знаешь, кровать, вот это основа кровати. Кровать. У меня такие были кровати на даче. Давай, Дашулька, давай. Так, давай же. Ну, отдай мне, так ты ее подпихни, Ну как так-то? Ну как так-то? Объясни мне. Как? Ты Акин Флай. Какой Акин Флай? Ты Акин Флай. А как, я помню, один раз шутканул школьник в Амели Вакин Флав или что-то такое? У меня есть скрин, если Амели Вакин Фла, что-то такое он сказал. Амели чего-то да. Амели, да. Как Курт Кобейна, практически то же самое. Амели Вакин Фла. What the fuck? What the fuck? Так, а ну иди сюда. Сюда. Ты что, what the fuck, иди сюда. What the fuck, иди сюда. Ты что ж тут такая задержка? Я не могу просто подойти к тебе. Задержка, задержка. Угар. Гэмбис показал я. Жирный. Нет, я не поезд, пассажир. Жирный. Блин. А, нет, неправдочки. Это неправильно. Это хорошо было, да? Ты чувствуешь боль? Такой звук. Давай подключимся к кому-нибудь уже. Так, шалом, что-то мне друзья нравится. Мои. Шалом, Ютуб. Это продолжение Ганбис. Я оделся так, как Ой, надо. Я тут чего-то этот конус начал. О, у меня задержка минимальная. Серьезно? Что там делаете? Я вам подарок принесла. Да шо, что это за конус? Налейте мне вина, господа. Ой, нет, тут задержка адская. Налейте мне вина, давай станцуем до утра. Слушай, сейчас что ты меня взяла? Ты видишь, что я представитель местной греческой флоры и фауны? Я представитель местных банек. Я даже красный как рак. Что ты меня таскаешь? Шальные люди меня таскают. Шальные люди шепчут во тьме. Ты бухой, Олежа. Я буду жить сам по себе. Оп, тихо, давай я тебя сброшу, Дашуль. Нет, давай я тебе. Вообще-то я тебе супа не сброшу. Не надо меня нести. Я могу и сам. Ох, ни хрена себе ты это самое. О, да, 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 да. Нет? Нет. Дашуль, смотри, я могу дудеть. Я буду мистером Дудцом. Дашуль, я могу дудеть. Тихо, тихо. Тихо, не надо. Нет, не надо. Я буду дудеть. А может, меня это... Смотри, как я... Нет! Нет! Нет, ёпта! Я живой. Я живой. Я живой. Привет. Нет. Нет, сучис, бичес. Не выбрасывай меня, придурочный ублюдок, бля. Я живой. Я жива. Я живой, я живой. Посижу. Брэнди победил. Вредный красный. Че ты? Вредный красный.
петушок опасный, вредный, красный петушок опасный. Чувствуешь рэпчик? Если бит наложить, это будет классно. Стуц-стуц. Нет, тут-стуц, это можно в какой-то еврейской семье при поедании мацы так делать. Брая косточки из рыбы, чтобы сделать форшмак. Что ты курил сегодня? Я курю тархамы. Вот именно что. Уже пятеро? Встретились как-то Фима. Серафима, блядь! Оп-оп, Серафима. Что? Серджи Джонат. С какого хера? Спрыгнул. Оп-оп, Серафима, оп. Это нас... еврейская у нас, это, как она, Херовима? Семья? Нет, это песня, я забыл. А, Хероина, во. Какая Хероина? Хаванагил? Оп-оп, Хероина. Ну ты ж слышал этот трек. Я говорю, оп-оп, Хаванагила. Бля! Подожди. Подожди. Что, почему меня выбросило? Вы шо, э? Боже, а куда выбросило-то? А почему выбросило? Там такая классная, блин, это, еврейская семья была-то. Подожди, подожди, может, нас сейчас подгрузит? Ну, куда нас подгрузит с тобой? Я не знаю, страну, где не лагает и не пингуется, да? Страна, страна низкого пинга. Представляешь, низкопингующий президент страны. Это что, это где? Это что? Я тоже вижу просто... Давайте посмотрим на эту комнату. Ёб ты, что это было? Что это из него торчит, бля? Шуля, что происходит? А что? Кого-то избивают. А, я мистер Красный. Да, ты мистер Красный. Мистер Красный, пиписьки красный. Нет, мистер Красный. Нет, нет, нет. Да, иди, это ты, Цыпа, Цыпа, давай. С цыпленком я замучу. Ох, нихера себе Цыпа вырубил. Слушай, как дерутся так мощно? Кто дерется? Как они так дерутся? Я мощно? Не знаю. Смотри, за плащ схватили. Ты какого вообще цвета? Я бежевая. Вот это я. Я держу лису. Помогай мне с лисой. Да меня не бери. Это мой плащ. Шуля, мне кажется... Нет! Я думала, она с твоей. Отомсти за меня. Так ты же... Иди сюда, хер. Давай, прыгай, поца. Шуля, что со мной делают? Он неадекватный, ёпта. Давай. Что, блядь, происходит, ёпта? Я полежу дальше, ёпта. Чувствуешь? Это знаешь, как вот эти вот рекламы, типа, мы увеличим ваш член на 14 сантиметров за 10 секунд. Пожалуйста, натритесь этой мазью, потому что Прасковья Николаевна рекомендовала это делать. Втирайте яд можжевельника себе между ног. А да, всего одно средство увеличит ваше достоинство. Ваше достоинство. Ну, поднизит вашу самооценку. Прекрасно, да? Вотри, втирай, и за 10. Сейчас спросят, откуда ты, Олег, эти рекламы знаешь? Я не всегда пользуюсь отблоком. Потому что к нам когда-то обращались, помнишь, по рекламе? Бля, смотри, мы как с тобой в общественной маршрутке. Это не шутки. Как он так быстро вырубил, я не могу понять. Я вообще фигею, тут что происходит, бля. Вы что, бичи делаете, ёптвы? Что-то нас много, тебе не кажется? Так, а ну иди сюда, ты голубой. Не хочу играть с тобой. Ты голубой. Я не хочу быть с тобой. Тебя потерется? Это да, я красненький. Я держусь за его, блядь, лысину, кролик сраный. Я не могу с этим пингом даже запрыгнуть. Представляешь, если я коллектором был бы. Давай долги плати, падла. Ты не можешь запрыгнуть? Я пузиком. Нет! Да, Жуля, давай, давай, сука. Если мы умрем с тобой вместе, тиранозаврик. Блядь. Что ты думаешь? Что ты хочешь? Тирановар. Польский тиранозавр Гекс. Ох, ни хрена себе, да, Шульчик? Ничего себе. Кофеин с нами играет. Киноджи. Оби-Ван Киноджи, детка. Где твоя конфетка? Криш-калам. Я достану свой световой меч. Я попрошу тебя прилечь. Это Эрабичус. Это просто такой рэп. Мастер-шеф зашел. О, тиранобарский повар. Олежа! Ау! Опять выбросила, ублюдок! Нас не выбрасывает, нас, видимо, кидают на другие сервера. А, может, типа... хост может как-то менять эти сервера? Уж не надо! Знаешь, это ту-ду-ту-ду-ту-ту-ту-ру. А ты помнишь, мистер Маржаш был? Да, мистер Маржаш был няшным. Как лежать? Как лечь? Олежа! Ау! Фак! Ты выжила? Нет, я упала с тобой. Что? Вместе. Смотри, смотри, сейчас. Ему шапку сбила. Шапку сбила. Ровно 5 минут назад. Олежа, я с тобой не буду разговаривать. Я в Гинбитс зашел ровно 5 минут назад. Поиграл. Офигел. Оп, а смотри, они тут реально что-то творят безумное. Хитропопые какие.
Они, ты понимаешь, что они везут сосиски? Да, поэтому упала одна лисичка. Два мятных осталось. Ты какой-то за кого? Я беги. Не знаю. Он сказал, беги. Он сказал, беги. Эй, слышь, лысый, давай самое, может, проиграем сейчас. А лысый похож, вот, знаешь, смотри, на кого? Вон там лисичка, пока... вон мы катимся. Мы катимся. Мы скатились. Это топ Ютуба, это самая верхушка. А мы вон там, видишь, с тобой вот синяки. Это вот устоявшиеся топы Ютуба. Они лежат. Смотри, какая попа у лисички. Смотри, лиса скатывается. Блин, это преграды. Это преграды в виде хейтинга. Преграды в виде тяжелых моментов в жизни, которые нужно пережить. Это называется конкуренция, друзья мои. Вы видите сейчас конкуренцию на YouTube? Вот как оно все выглядит. Это не все так радужно, как вам кажется. Можно разделиться на два лагеря. На защитника своего кумира и на хейтера. Сейчас непонятно. Видимо, один блогер зашел со... Это машина, это фура с дизлайками. Смотри, видишь, фура с дизлайками, мы не знаем, куда доехать. То есть, кому из блогеров она сейчас будет ехать? Давай, херачиво, давай! Чифи! Чиф? Шиф? Чиф. Чиф у нас получается топ. Это пипец, нас бросает туда же, вон кофеин играет с нами. Да, мы все вместе играем, получается. Ты знаешь, мне кофе не нужен, ты мой источник кофеина. И бодрящая такая вся, ну ничего. У меня вон там чашечка кофе стоит за спиной, она меня так манит. Тебя манит чашечка кофе? О, сейчас на ринге я покажу тебе. Я как Серега, я как Кинг Ринг, я самый лучший, я вышел на ринг. Что? С 8, ты понимаешь? 8? Мы курить не бросим по статье 2228, понимаешь? Ничего не... Да Шуля, кого-то выбрасывают. Я вижу, но не меня. Почему я лежу всегда как... А ну идите все сюда. Мне закрыли рот самым гуманным способом. Это такой какой-то секс. Я просто секси, бич. Я мистер сантехник. Сантехникус Дит. Блядь. Сантехникус. А тут клавиатура не работает, да? Работает. Давай, давай, дракон, дракошу, дракон, смотри. А, нет. Не дракон, а динозаврик. Олежа, почему мы с тобой лежим? Я не знаю, я вообще волочусь по полу. Я как будто половая тряпка, половая. Что это за групповухи? Меня что, выбросили? Да, а я еще лежу. Нет, не смей спихивать! Я жива! Я жива! Не спихивай меня, уродец! Не надо спихивать Дашульку, пожалуйста! Нет, я вылезу! Дашуля, залезай на Я упал. Блядь, зеленый человек, походу, просто попутал рамсы. Смотри, смотри, что делается. Три! Да он выиграет. Голубой вагон качается, едем мы с тобой на Игромир. Радость ведь там не кончается. Кому? Нихуя! Ты видела, как он его жахнул? Да я видела, это какая-то вообще наркомания. Это вообще просто пипец. Моя лягушка просто показывает настроение. Люди поняли, что тут лучше не играть. Ну, кофеин и киноджи. Нам просто везет, у нас топчик получается. Польский тираннозавр, кофеин, какая-то Дарья Райан и Брейндит. Ах, себя ты, значит, грамотно прочитал. И знаешь, что ты хитрожопик? Я знаю. О, какие пинги тут. Как поднимать вверх? Игрик, зажимай курочки. Игрик, а куда ты полез? Смотри, бичес. Бич полез, зашу. Это я бежевая. Нет, вон чувак полез. Это я, ты за мной бежишь. Я понял, так, давай лисенка. Что ты там делаешь, эй? Так, а сюда лучше... иди. Сюда пошел. Двое против меня, Олежа. Ай, 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 а мы легли. Дашулька, только... Я понимаю. Ой, бля, ой, все плохо. Давай. Это я, да не бери меня. Я просто взял кого-нибудь. Давай, Цыпочкин. Давай, курица, блядь, иди на миг. Я кипарику забрала. Че, у меня зависло все? Олежа, помоги. Ой, так эпично, мы зависли, как гребаные матрицы. We disconnected from the server. Тебя выбросило? Да, представляешь. Джарья Рейн Уинс. Фейталити. Есть, я победил! Так ты с нами, да? Элемент какой-то с вами. А ты с нами? А я где? А где я, бля? Появишься, тебя не видно в этот. В этот момент я выиграла. Да, Шуля, победитель по жизни. Ты понимаешь, ты нагнула стайку шакалов, разъяренных геймеров. Представляешь, звезды рестлинга уходят из рестлинга и идут играть у Генбистс. Почему бы и нет? Где же свои навыки еще можно исполнить? Маршрутки. Ой, ёпты. Не маршрутки, навыки?
Давай вот этого зеленого. Давай зеленого мы выбросим с тобой. Выбрасывай его. Давай. Олежа! Меня за жопу взял. Да, Шуля, Шуля, ты понимаешь, что мы не вернемся? Я понимаю. А тебе надо куда-то возвращаться? Сюда. Я, по-моему, его за печень хапнул. Желтого оторви от меня. Желтого от тебя оторвать сейчас? Да. Желтый. Смотри на пиздарик. Давай, выбрасывайся. Да я не могу их выбросить. Эй. Блять, они... Петуха рожают! А где его ноги, где руки петушка? Что это было? Ты видела, как мы улетели? Да. Че за what the fuck, мазафакер? Да, Шуля, давай, тяни его. Да давай же, пинг дебильный. Петух не сдается. Меня он не поддает. Я вижу. Тихо, уродец. Ты че? Это Даша пытается сделать с петушком что-то больное, но, видимо, петух из KFC не поддается. Нет, поклоннику хорошей, здоровой пищи. Иди нахрен, говорит Даша KFC-шнику. Давай, иди. Нет. Петушок говорит, жопу твою здоровую пищу, иди отсюда, человек. Господи, как обидно. Смотри. Что он делает, блядь? Петух маньяк. Он какой-то маньяк гребаный. Взял лестницу, выбросил. Слушай, нас уже семеро. Да, как козлят. Семеро козлят. Я зато я на втором месте. Да, ты на втором месте. О, да, детка. Нет. Да что ты с кипариком ко мне прицепился? Вот тебе. Олежа! Давайте человеческую многоножку замутим. Олежа, это мой. Где? Я не вижу ничего. Чего ты меня за плащ схватил? Шулька. Прыгай. Возьми меня, возьми. Давай, бери меня, я с тобой. Я тебя держу. Прыгай, блин, прыгайте, ублюдки. Прыгай. Прыгай, мать твою, прыгай быстрее. Хули он лежит? Прыгай, блин! Петухобей! Какого петухобей? Петухобей! Я жив? Это ты? Нет. Ай, подожди, я, по-моему, лежу. Я вижу, да. Там вставай. Вставать будем? А, тебя могло оглушить, в принципе, ты еще встанешь. Вставай! Вставай и быстро всем надавай. Ну же, Дашуля, вставай. Дашуля, давай, вставай. Нет, ну все. Же, всем на... Я уже все. Кричи всем хай-ухай. Быстро давай вставай. Чудненько. Сейчас Лисея на что упор? Он хотел, наверное, за лампу ухватиться. Это прикольный момент, кстати. Сейчас посмотрим, получится. Мне даже интересно, что будет. Две лисички. Интересно, что они могли не поделить там? Какую-то косметику, наверное. Или лиса. Хрена себе. О, там кого-то чпокнули. То есть ты думаешь либо о косметике, либо о лисах? Да. А что может нравиться лисе? Если ты зажмешь левый курочек, то ты узнаешь, кто из кто. Да, play Тирановар. А, Тиранова. Тирановар. Чурновар. Все. О, все? Боже. Нет, не все. Я думаю, что он победил. А, тебя выбросило, что ли? Нет. Ух, как его размножило. Я не показал. Мне тоже не показало. Я просто вижу ничего. Я вижу, что он что-то там с этим... А у меня камера не двигается, он просто лежит. Я слежу за голубым. А, тут можно переключаться, слушай, курочками. Твою же мать, точно. Кепка, смотри. Ты на кепку переключился? Да, Киноджи победил. Обнимая столб, Киноджи побеждает. Такой довольный. Такое впечатление, что это из конструктора Лего было выложено. Кто? Ты о чем? Кто из конструктора Лего? Где? Я не наркоман. Да, я тут хотел сказать. О, я люблю. Это фурс дизлайк. Слушай, вспоминай, как ложиться. О. Я лег. Если что, я лег. Нет. Шуля, скоро. Новый год. Я держусь, наверное. Я не знаю. И ложись. Я не знаю, где я. Я вижу гребаную машину внутри. Что? Где мы вообще? Мы живы? Я жива. А я где? Дашулька, держись. Дашуля, держись. Я сползла. Что там происходит вообще? А где я? Я не знаю, где. Ты, наверное, упал. Я вот. Бля! Нет, не надо. Я не могу, я не пролажу под машиной, я очень толстый. Я не могу. Блять. А что я прыгаю, как шарик попрыгун? Да. Ты покатился, он со мной рядом. Посмотри, видишь? А? Это зазвезделся. Он бился головой о грузовик с дизлайками. И скатился. А-за-за. Еще одну карту. Нет, еще одну карту, и в принципе можно кончать. Надо сделать уже... Что? Как в ролике, помнишь? Кончай, Борис, кончай!
Пей сладкий чай, Борис, потом кончай. Или как-то так. Что у него счет уже 3? 4! Потому что 4. Он раза победил. С чего это вдруг? Он motherfucker fucking real. Это как Pet Pineapple, Apple Pen, так это у нас motherfucker fucking real. Видишь разницу? Понятно. Это звонок, я спать вода, хочу. Смотри. А как же Джимми Чу? Смотри, я тебе принес. Дашуль, я тебе принес, держи. Ты очень просила. Это новый AirPods, наушники, держи. Затычки без проводов. Слушайте, давай, у меня нету этих, я не вижу их. Кого меня отображается, ты конусы носишь? Да, сейчас тебя буду носить. Не... Ой. Что было? Это что за танцы? Что было бы такое? У меня нету конусов. Шуля, Дашуля, не шали, Дашулька, почему меня выбрасывать? Выброси кого-то другого. Я за пусика взяла. Что это за поза, Орлигина, Орлидон? Что? А у меня не отображаются поезда. А я-то жив. Привет, хер. Давай ах сюда. Ты! Понял! У меня не отображается, ты потом у меня посмотри, у меня ничего нет. У меня нет объекта, вы просто невидимые летаете. Невидимые объекты летают. И кто из нас тут употребляет? Слушай, ты мистер Рэпчик. Hey, мистер Рэпчик, I'm a mama hustler, I'm AK brain dead. Никогда не бдит. Хорошо, что я слушала в детстве рок. Я могу и так. Нет, так не могу. Ты так не можешь, ты очень быстро посадишь гол. Я за тебя буду как мать его гроу. У тебя голос сел опять, хрипишь, да? Нет! У моего поезда нет. Слушай, у меня вообще... Чувствуешь? Сейчас, ребята, наверное, прозреть. Да, ребят, тут вот эта вот жесть ушная, которую вы сейчас слышали, это называется гроу, по-моему. Гроу, по-моему. Это не значит, что я так могу. Я просто могу так немножко портить себе голосовые связки. Я тебе попорчу голосовые связки. Будешь чаем у меня отпаиваться с имбирем. Чай с имбирем. Я не люблю имбирь. Я забыла тебя спросить. Что не делать? Куриный поджопник. Давай, мистер сантехник. Мистер сантехник и куриный... Давай, тащи его. Курица заложа. Бля. Ебать. Все. Это был... Опять шеф победил? Шеф победил. Мы с тобой победили. Победила дружба. Я думаю, надо заканчивать. А если ты тоже хочешь победить, не забывай подписываться на канал Даши и на мой тоже. И ставить лайки. Лайки. Если хотите лучшую серию. Да. Все, ребятки. Все. Пока-пока. Пока-пока.